Мобильный оператор Велком готовится инвестировать рекордную сумму в экономику Беларуси – 80 миллионов евро. Планами по развитию бизнеса сегодня поделился генеральный директор компании Гельмут Дус. Связь в формате 3G от Велком, так называемая связь третьего поколения, в нынешнем году распространится по всей стране. А значит, что высокоскоростной интернет и качественное голосовое соединение будут одинаково доступны и в столице, и в небольшой деревне вдали от городов. Появятся и новые проекты. Один из них – крупнейшая солнечная электростанция. Ее сейчас возводят в Брагинском районе и запустят уже летом. В площадку, равную по размерам 80 футбольным полям, Велком намерен вложить 23 миллиона евро. Причем в перспективах зеленой энергетики в Беларуси инвестор не сомневается. На самом деле Беларусь довольно солнечная страна, особенно на юге, где ежегодно бывает почти 2000 солнечных часов. Это даже больше, чем в Сочи. Половина наших потребностей в электроэнергии теперь будет закрываться энергией солнца. Это довольно прибыльно. К тому же нам удалось наладить хорошее сотрудничество с местной властью, ведь мы создаем новые рабочие места в регионе. И, что немаловажно, помогаем тем самым возрождать территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Еще один перспективный проект на 2016-й – это строительство центра обработки данных. Технологии безопасного хранения информации востребованы по всему миру. Ожидается, что дата-центр компании Велком будет крупнейшим в стране и сможет предоставлять услуги как отечественным, так и зарубежным клиентам.